Не очень качественная оказалась и новая дорога в Шерегеш, точнее 100 участок трассы, которую торжественно открыл губернатор Кемеровской области всего неделю назад. Здесь уже начались ремонтные работы, ими занимаются по ночам. Редакция новостей здесь Кемерова написала запрос в Сибирское управление автодора, чтобы понять, за чей счет проводится повторный ремонт, и выявлены ли какие-либо ошибки при строительстве трассы. Напомню, новый участок дороги должен избавить туристов от необходимости проезжать по гравийному бездорожью. Чиновники заявили, что время в пути сократится на полчаса, улучшится экология, повысится безопасность. Хотя последний пункт, учитывая возникшие проблемы, под вопросом. Добавлю, что строили 15 километров новой трассы почти 4 года, потратив на это 2 миллиарда рублей.